Сейчас будет не очень приятная история. Я думаю, вы все немножко удивитесь. Мы все знаем, что в мире очень много жестокости. Но в целом это всегда где-то там, где-то далеко, когда не касается лично нас или лично наших близких друзей. Вчера Рома начал рассказывать историю, как он с другом гулял и увидел, как преследуют девушки, они за нее заступились. И здесь самое ужасное, что непонятно, что бы могло произойти, если бы они этого не сделали. Я вот сижу и думаю, сколько на самом деле таких ситуаций происходит каждый день. И ведь очень часто мы закрываем глаза на моменты, когда кому-то плохо, когда кому-то нужна помощь. Но именно в таких ситуациях буквально один звонок в полицию, минута, когда тебе не безразлична чужая судьба, действительно может спасти чужую жизнь. Круто об этом помнить и не забывать.